Доброе утро, друзья, коллеги, подписчики. Перед нами самосвал из 65-20, который поближе ко мне, это Евро-2. Она свободная. Это все у нас. ПТС выдано 28 декабря 2015 года, а на учет поставлено в 2016 году. Что первое, что второе, и что еще вот третье и четвертое. У всех пробеги порядка 40-50, и из 4 единиц вот эта первая, она Евро-2. Она переделана на Евро-2, чтобы было понимание. Все это рестайлинг, то есть изначально было Евро-4, переделано на Евро-2. Вроде звук выключил, но получилось так. Так, продолжим. Продолжим. Это у нас уже машина клиента. Кузов поставили. Вот изначально кузов идет 16-кубовый. Далее для клиента специально нарастили, он стал 20-кубовый. Евро-4. Евро-4. То есть сегодня у нас 3D, завтра ждем клиента уже за машиной. Будем ставить тахограф, рацию. То есть осталось так по мелочи все установить, проверить и обкатать. Бежим, походу. Здесь происходит у нас вот с этой стороны. Видео в первую очередь отправляю я клиенту, чтобы он был в курсе, в каком состоянии, как и машина. То есть она у него забронирована. И вообще для вас, для подписчиков, дорогие друзья, подогрев. Вот тоже, что удивительно, в основном в 15-х годах, вот, который у нас сейчас стоит с пробегом 18 тысяч, нет подогрева. Здесь конец 15-х, который уже почти 16-й, подогрев уже есть. Бак стандартный, мосты, естественно, КамАЗ. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!